Всем привет, друзья! В этом видео покажу-расскажу, как сделать своими руками нескользящую подошву для зимней обуви. Этот способ очень действенный и эффективный. Для изготовления приспособления понадобится наждачная бумага, водостойкая на тканевой основе. На ней маркером нужно начертить контур подошвы и вырезать. Также нужно начертить и вырезать контур каблука. Теперь понадобится обезжириватель. Подошву надо им обезжирить. Следующим этапом нужен будет водостойкий клей. Его на подошву надо нанести. К подошве необходимо приложить вырезанную наждачную бумагу и по краям подошвы вкрутить маленькие саморезы с длинной шляпкой. То же самое нужно сделать с каблуком. Также надо сделать со вторым ботинком. Лишнюю наждачную бумагу по краям обрезать. Теперь необходимо ботинкам постоять под прессом примерно 24 часа, пока клей не высохнет. Это можно попросить сделать хозяина ботинок, чтобы он в них постоял. И через 24 часа ботинки станут антигололедные. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!